Сотрудники правоохранительных органов совместно с врачами, наркологами и педагогами средних, специальных и высших учебных заведений проводят профилактические рейды в студенческих общежитиях, посещают досуговые учреждения и места массового пребывания молодежи. В ходе проведения подобных мероприятий рейдовых на базе Волгоградского института бизнеса фактов незаконного оборота и употребления наркотических средств среди учащихся не было пока установлено в практике. Я надеюсь, что и в дальнейшем. Следует отметить, что это абсолютно закономерный результат, поскольку руководство института уделяет серьезное внимание профилактике правонарушений, а также организации не только обучения, но и воспитания и организации досуга студентов.